Всем привет! Вот и подошло долгожданное время поездки на охоту на сурка Байбака. И мы на Донской земле. Первый трофей. Четкое попадание в голову. Есть попадание. Бывает, что за сурком надо далеко лезть. Мал золотник, как говорится, да дорог. Есть трофейчик. Есть попадание. Выстрелы четко биты в голову. Нет ничего лучше, чем умыться из натурального родника. Как сказал мой друг, с этого родника берет свое начало мы. Дон батюшка, Волга матушка, Обь дедушка и прочие реки. Иртыш внук ихний. Готовимся к ужину после удачной охоты.
Начался у нас второй день охоты. Сегодня мы стреляли с сайги. Расстояние его недалекое. Около 100 метров. Вот такой вот маленький срочек был добыт из сайги. Продолжаем охотиться. Отлично. Подошел к концу наш второй день охоты. Слегка замученные бытом, палатками, ужинами и завтраками. Понятно, что всех выстрелов вы не увидите, потому что это двое суток охоты. Вот за сегодня. Сегодня я охотился только с сайгой. Вчера я охотился с тозом. Сегодня я охотился с сайгой. Вот за сегодня мой второй сырочек. Лицензия закрыта. Вот. Можно уже собираться и, как говорится, отправляться в сторону дома. Надеюсь, вам понравится это кино. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальцы вверху. Я с вами прощаюсь. Всем пока.